Не знаю, зачем ты притащился. Я свидетелей опросить, а ты что? Возвращайся. Сержант, там сейчас 1000 работников. Зачем столько? Сохранность доказательств. Ты что, академию прогуливал? Будешь раскладывать, помни, кровь с кровью, волосы с волосами, фото с фото. Можно спросить? Кто этот парниша? 2 часа на меня таращится, как Бэмби. Блин, этот наш. Вы, сэр! Что, он клюкнул за рулем? Дунул? Мы его на участке хотели тестировать. Вы не... Что, записку не получил? Кому мы это поручили? Имя не помню. Не помните. Вам что, сверхурочные не в кайф? Какие вы странные. Тогда сейчас проверь. Сейчас? Что проверять? Все уже выветрилось. Отвертелся ты, парниша. Пробейте его по базе, обыщите, снимите ордер и пусть идет. Руку на перила. Аккуратно с инвентарем. Связи с общественностью звонили, я совсем растерян. Выручишь? Постараюсь, Эдди. Имя? Насир Кхан. Имя жертвы Андрея Корниш. По буквам. 22 года. Насиркхан. Белая. Найдена в спальне. Кровати. Дата рождения? Убийство ножом. 11 декабря. Подозреваемый мужчина, возраст и раса неизвестны. Это твой адрес? Вышел из дома около 2 ночи, побежал вниз по улице и поймал такси. Я не говорил, что он его поймал. Он уехал в такси. Я так и сказал. Такси было его. Хорошо. Мы здесь свидетелей забрасываем? Проведите этого господина в общий зал. Фрэнк, отведешь? Пойдемте, сэр. Сюда? Какая раса? Я пакистанец. Азиатско-тихоокеанская. А где второй? Что за второй? Я с ним поговорил, сказал забрать. От него травой несло. Кого мы просили? Белла. Нет, я его привез. Сколько ранений? Я не считал, Эдди. Много. Род деятельности? Студент. Узнаю у Гэри. Где? Руки за голову, сомкни пальцы. Быстрей. Хадсон Каунти. Обернись. Орудие убийства нашли? Еще нет. Криминалисты обыскивают дом, улицу, мусорники, вентиляцию, водостоки. Где-то 12 сантиметров в длину и 4 в ширину. Возможно, зубчатый. Нож. Повернись. Не двигайся. Где вы его забрали? 65-я, Бродвей. Нет, стойте. Время. Примерно в 2 ночи. Я этого не делал. Чего не делал? Сынок, как тебя зовут? Насир, вы не понимаете. Вот потому мы побеседуем, ладно? Чтобы я понял. Только ты и я. Иди сюда. Прошу, отпустите меня. Оставьте. Я ничего не делал. Я ничего не делал. Лежать. Руки за спину. Давай. Ладно. Слышите? Это же тот пацан. Я про него говорил. Он самый, да? Точно он. Я ничего не делал.